Ну что, дорогие друзья, вы готовы? Обнова вышла, только обновился, и вот оно, и обновление в игре Brawl Stars. Давайте посмотрим вместе с вами, что у нас тут добавили. И первое, что мне бросается в глаза, это менюшечка. Вот, вот это изменили. Теперь у нас... И сразу мне кидают инвайты. Только вошел в игру, давайте сразу ставить ДНД. Мне кажется, по стандарту надо, чтобы у тебя было ДНД. Короче... Вот такая вот таблица, я ее уже показывал ранее, поэтому вы могли это уже видеть, как бы это не новость, да? Ну и в принципе будет все в целом не новость, но тем не менее хочется пощупать это все своими руками. Кубки, теперь вот так вот, кубки отдельно, рекорды и твои достижения отдельно. Далее, по режимам, вот он новый режим, столкновение, призрачная точка. Сейчас поиграем. Далее, что у нас в магазине? Так, в магазине у нас DJ Frank. Блин, ребята, а короче, а где остальные скины? Я хотел скины для вас разыграть, но пока что вижу только Фрэнка. Напишите в комментариях, какие у вас скины в магазинах, может у вас какие-то другие акции. Я, возможно, возьму чей-то аккаунт, куплю ему и при этом запущу еще конкурс. Напишите в комментариях, какие у вас скины, хотите ли вы конкурс. Если хотите конкурс... Подписывайтесь и лайк ставьте. Кто хочет бесплатно скины, поставьте лайк, чтобы я знал, кому донатить. Короче, новый боец. Я его могу забрать или он у меня уже есть? Где он? Вот он! Вот она! Так. Ну что ж, короче. У нас... А что такое? Где? А, еще! Господи, сколько... Ля, еще же захват кристалла, вот. Я уже могу поиграть в нее, да? Или нет? А, событие начнется через 5 дней, холлик, читай. Хренеть, сколько теперь режимов, жесть. Друзья, я подготовился, обнову сейчас полностью всю куплю, скины, и сразу же пойдем поиграем. Думаю, что следующий видос будет, как я прокачиваю Эмс до фула. Как вам такой видос, хотите или нет? Или сразу я сейчас прокачать? Давайте ее сразу прокачаем. Давайте, рекламная пауза, и я буду донатить. Ребят, лайкос выгрузить. Задонатим мы в следующем ролике, потому что если я сейчас буду донатить и открывать сундуки, на это уйдет минут 15-20, реально. А я хочу прямо сейчас поиграть, посмотреть. Давайте, ну, конечно же, купим скин на Фрэнка. У меня больше нету новых скинов, получается, диджей только Фрэнк. Диджей Фрэнк. Если у вас так же, напишите в комментариях. Ну, если да, то смысла нету делать конкурс, типа, ну... Ну, смотрите, на самом деле, Фрэнк и пещерный очень красивый. Ну, вот серьезно. Типа, сказать бы, что мне вот этот очень нравится, вот не буду врать, ну, не особо. Вот, что-то не особо. Вот, вот этот пещерный Фрэнк, мне даже что-то более такой, он какой-то, ну, я не знаю, футуристичный такой, красивый. А вот этот, как будто уже старый скин. Но, тем не менее, это мое имхо. Ни в коем случае не навязываем свое мнение. И вот так вот выглядит, короче, в новом режиме персонажи. Режим у нас только дуо, поэтому в соло мы поиграть не можем. Ну, поехали. Жалко, что с рандомами будем сейчас играть. Или нет? Или соло можно? А, соло можно. Что за бред? Я думал, нельзя соло. Где-то... Где я эту фигню услышал, не знаю. Так. Ну что ж. О, у меня же 500 кубков, ё-моё. Не хочется, не хотелось бы сливать. Так, пум. Ай-ай. Ай-ай-ай. Ой-ой-ой. Пум. Пум. Ага, ударил немножко, протупил. Так, Роза пошла вон. Так, стоим, хилимся. Ну как хилимся? Стоим и пропускаем урон. Так. Бля! Собака, я забыл, что это 500 кубков и что эти говнюки могут быть... Блин, охренеть, как красиво! Не, вот этот призрачный дух, он очень красив. О, у меня ровно 500 кубков. Так, а что у нас еще в обнове? Скины, где на Леона скины? Я нервничаю, хочу скин на Леона. Че, только Фрэнки, все? Разработчики, видимо, решили нас сильно не баловать и... Добавлять скины поэтапно, не сразу все вывалить в один день. Очень жаль, друзья, очень жаль. Кстати, где звук? Слышите, новый звук игры? Так, я все еще не выиграл, да? Все еще не выиграл, но, блин, на Фрэнке скин не видно в этом режиме. Давайте в Ветреную долину сыграем. Но тут, кстати, тяжело будет победить. Может, Brawl Ball?
Да, у Brawl Ball будет попроще. Поехали. В новом режиме скин не было видно. Давайте посмотрим сейчас в футболе. А, и кстати, давайте ж на Эмс поиграем, собственно. Что я на Фрэнке, да на Фрэнке? Давайте на Эмс. Следующий ролик будет, ребята, я прокачаю Эмс на фул для вас. И мы ее затестим. Какая она будет на фуле, какой у нее будет урон и тому подобное. Пум! Отлично. А вот, а чё, кто меня замедляет? А кто меня замедлял? Не совсем понял. Ну ладно, сейчас разберемся. Нам гол забили. Круто! Еще и приписка ау. А что, у Аурума есть приписка? Лол. Пум! На, прямо, давай, забивай гол. Найс. 1-1. Так. Ну, на самом деле, скин... А что замедляет, я не пойму. Подождите, откуда замедление? Нет! Сука, какие дауны! Какие же дауны играют? Минус 6. Ладно. Вернем кубки попозже. Давайте для начала возьмем нового персонажа. И пойдем сыграем. Воля! Обновочка, любимая. Так, берем, можно парное, можно одиночное. Давайте одиночное. Поехали в бой. Мне интересно проверить нового персонажа. Какой он будет в поединке. Крутой. Так, все играют за нового бравлера сейчас. Слушайте, ну сундучки очень быстро уничтожать. Но это первый уровень на самом деле. Так, лучше дамажить сдалека, не сблизи. Фича такая у нее. Кстати, я не полностью прочитал характеристики данного персонажа. Но, по-моему, если мне не изменяет память, то все так же. Пассивка ее наносит урон. Ульта, пассивка увеличивает урон. А вторая пассивка, она хилит. Ну, у меня есть ролик на канале. Надо было автоатачить, наверное, да? За 7-е место дали плюс. Слушайте, как же красиво вот этот призрак прорисован, согласитесь. Такой 3D-модельный прям. Что-то утро у меня такое, знаете. Проигрываю. Слушайте, ну прикольно. Прикольно, сейчас будем задротить. Жду вас сегодня всех на стриме. Теперь буду поднимать трофеи просто гигантскими темпами. Блин, тихо. Да что такое, блин? Не может быть, что я всем проигрываю. Надо собраться. Все, я собрался. Так, по 400 хп. Оп, хорошо. А, по 400 хп. У меня же урон не одинарный. О. О. Так, используем ульту. И она наносит урон. И что она еще делает? Она замедляет, что ли, или нет? Или мне это показалось? Оп, оп. Оп. Все, все. Разыгрался холдик. Так. Блин, жалко, что вот эта карта, этот режим только на Хэллоуин добавили. То есть потом его, скорее всего, уберут. Блин, ребят, поставьте лайк, кому нравится вампиризм. Это же офигенный режим. Оп. А ну, подходи сюда. Да, замедляет. Ее ульта замедляет. Капец, я не знал, серьезно. Я думал, что она просто наносит урон. Оу, щит, как я классно хильнулся. Так, у меня 9 банок, я должен его выиграть. Оп. Победа, топ-1, отлично. Да не, нормальный персонаж, слушайте. Я думал, что он будет в поединке похуже, чем на снэкпиках. Хороший персонаж, мне нравится. У кого уже есть Эмс? Напишите в комментариях, у кого сколько кубков. Так, ну, друзья, пока я ничего не вижу в магазине, кроме... Я хотел всю обнову купить сразу, но пока я ничего не вижу. Так, давайте попробуем вернуть Фрэнка. Где Фрэнк? Так, где ты, Фрэнк? Где ты, Фрэнк? Так, вот ты, Фрэнк. Я даже не знаю, в каком режиме. Ну, в Brawl Ball играть с дебиками у меня нет желания. Давайте в новом режиме погнали, вернем Фрэнка. Блин. По итогу, у нас сейчас добавили скин на Фрэнка. Новый персонаж, новый режим. Получается, 3 нововведения, которые мы можем сейчас пощупать. Больше ничего.
Ну, тот режим, который за три раза в день. Это боль. Мортиса убивать. Он сейчас недоступен. Будет доступен через 5 дней. Так. Надо вернуть 6 трофеев на Фрэнке. Блин. Ну, ребят, я думаю, что из одного скина конкурс делать бессмысленно. Ну, вы согласны? Ну, 80 куб... Ой, 80 гемов. Если бы были все скины... Я однозначно их разыграю, не переживайте. Только, блин... давайте что-то годное. Ну, типа, Фрэнк 80 гемов... Ну, такое. Не, ну, если вы захотите, в принципе, посмотрим. Если вы лайков до хрена поставите, напишите в комментариях. Но я бы такое разыграл сразу несколько, а может, Волка Леона. Блин, больно. Кто-нибудь. Я сейчас сдохну, алло. Вам что, вообще мне не жалко? Я сейчас сдохну, вообще-то. Блин! Ну, ладно, топ-2. Я вернул свои 500 трофеев на Фрэнке, отлично. Блин, да ну, обнова на самом деле всегда бодрит и заставляет тебя чаще заходить в игру. Разработчики, делайте чаще обнову, пожалуйста, это очень круто. Ну что ж, друзья, следующий ролик будет, где я задоначу куча-куча гемов на свой аккаунт. Ну как куча-куча, я постараюсь открыть за вот эти гемы и сундуки, что у меня есть. Прокачаю Эмс на фуловый уровень сразу, найду на нее пассивку. Ну и попробуем затестить ее. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новый видос. Он будет совсем скоро. Всем удачи, всем пока. И напишите, как вам обнова.